«Праздником детства» называют организации объединившихся детей. Как и прежде, шагают сплоченные отряды школьников. На площади представители детских организаций города Уварова. Самая многочисленная организация «Фортуна», активисты которой прививают любовь к городу. Следующими на площадь вступили представители объединения «Эдельвейс». Они работают под девизом «Делай добро, и оно к тебе вернется». Колонна кадетского корпуса «Виктория» выбрала направление «Сохрани себя сам». Завершает шествие детская организация «Радуга». В советские времена День пионерии был одним из главных школьных праздников, потому что практически все дети в возрасте от 10 до 14 лет были пионерами. Со временем праздник трансформировался в День детских общественных организаций и отмечается уже не столь масштабно. Чтобы стать пионером, нужно было не только хорошо учиться, но и активно участвовать в общественной жизни. Впрочем, и сегодня красный галстук и пионерские клятвы не забыты. Они просто претерпели изменения. Галстуки сменили цвет, клятвы стали звучать по-новому. А на смену пионерскому движению пришли другие детские организации. Хочу сказать, что среди вас много достойных ребят. Многие будут отмечены наградами. По результатам работы многие волонтерские отряды заслуженно получат заслуженные награды. Большое вам спасибо, что вы активно принимаете участие во всех мероприятиях, участвуете в жизни города, показываете свое творчество. В этом году юбилейная дата – год 90-летия пионерии. На празднике чествовали ветеранов этого движения. Под несмолкающие аплодисменты благодарственные письма вручили тем, кто внес яркие страницы в летопись пионерской организации города. Грамоты вручили активной молодежи города. Праздник подарил много радости, впечатлений и новых идей. Светлана Доровских, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. Наш город.